Мне кажется, Москва – это очень главная часть нашей страны. Это столица, на которой сосредоточена и нравственного, и материального, и морального, и какого-то человеческого, и политического, всего космического, спортивного, автостроительного. Поэтому, если брать Москву, ну, сложно сказать. Представляете, ну, так вот, из Солнечной системы убрать Солнце. Ну, поживет, конечно, чуть-чуть все. Ну, может быть, еще протянет на каких-то там, не знаю, внутренних энергетических ресурсах, на работе атомных электростанций. Но потом все... Или все это перелетит на звездолете в другую Солнечную систему, там, где есть Солнце. Либо восстановят его как-нибудь в новом виде. Мне кажется, Москву придумают, если ее даже не будет. И, как говорится, нельзя без столицы. Петербург, но... Мы же уже больше в Азии, чем в Европе, поэтому Петербург не пойдет. Нужно строить столицу где-нибудь подальше к Уралу.